Капитан футбольного клуба «Севастополь» Александр Жабокрицкий поднимает кубок победителей турнира. Команда впервые завоевала золотые медали состязания всего на 1 балл, опередив Крымтеплицу из поселка городского типа «Молодежная». По итогам 28 игр подопечные Алексея Грачева одержали 18 побед, потерпели 6 поражений и 4 раза сыграли в ничью. Главного тренера лучшей крымской команды наградили отдельным призом. Мы выиграем на протяжении второго круга. Начиная с второго круга и вот заканчивая четвертым кругом. Мы проиграли 2 игры всего лишь. И 2 сыграли ничью. Все остальные мы выигрывали. Поэтому мы говорим о Севастополе как о чемпионстве. Проигрывая в очковом запасе 9 очков от Крымтеплицы, мы досрочно стали чемпионами. Вот об этом надо говорить. Абсолютно закономерной и заслуженной победу в соревнованиях называет и президент футбольного клуба «Севастополь» Александр Красильников. Есть, к сожалению или к радости, всего лишь только одно место первое. И на сегодня, я думаю, мы всех севастопольцев можем поздравить с заслуженной победой нашей команды, с первым местом. И это все в канун Дня города. Это двойной праздник. Поэтому это наш подарок от команды, от клуба городу. По мнению президента команды, огромное значение для успеха клуба сыграл 12-й игрок – севастопольские болельщики. Это победа не команды «Севастополь». Команда – это только верхушка айсберга. А это команда всего клубов ФК «Севастополь». Это от уборщицы, от сторожа и до президента. То есть это команда, общая команда всех. И также всех болельщиков. И вы, поверьте мне, но без такой поддержки, которая у нас есть, трудно было бы дома вот так играть. Всегда на победу. Поздравить команду с чемпионством вместе с семьей пришел и руководитель города Дмитрий Овсянников. Теперь триумфаторы состязания будут готовиться к новым свершениям. Ведь в следующем сезоне футбольному клубу «Севастополь» предстоит защищать звание чемпионов. Святослав Данилов, Владимир Милянский, Александр Дементьев. Информационный канал «Севастополя».